В администрацию города продолжают поступать нарекания жителей на водителей маршрутных автобусов. И хотя количество подобных жалоб в последнее время снизилось, ситуация по-прежнему остается напряженной. Поэтому сотрудники администрации решили лично проверить качество пассажироперевозок и в полном составе пересели на общественный транспорт. Маршрут номер 23 от остановки Родина до остановки сквер Пушкина. Значит, отправился в 7 часов 57 минут. 6 пассажиров, которые передвигались стоя, билеты не выдавались, остановки не объявлялись. Приехал 8 часов 7 минут. Результаты проверки вносятся в специальные анкеты, в которых указываются все выявленные нарушения, включая санитарное состояние транспортного средства, поведение водителя, время ожидания автобуса. Сотрудниками администрации города Армавира в настоящее время проводится мониторинг работы общественного транспорта. И первые данные уже в течение сегодняшнего дня поступают в отдел по работе с обращениями граждан. И по предварительным данным уже выявлен ряд нарушений, таких как перегруз пассажиров в общественном транспорте, невыдача билетов, отсутствие информации о графике движения маршрутов. Даже имеются такие факты, как жестко-агрессивная езда со стороны водителей общественного транспорта, грубость со стороны водителей. Нужно отметить, что администрация города прилагает все усилия, чтобы улучшить качество пассажирских перевозок. Все поступающие жалобы рассматриваются на специальных комиссиях в присутствии заявителя, водителя, представителя отдела транспорта и связи, руководителя транспортной организации. Если вина водителя устанавливается, на него составляется протокол об административном правонарушении. Марина Белова, Артур Карджанян, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир».